У нас как раз по парам все бьют сегодня, да? Можно плед еще. Вот, ну и у местного будет сначала, мы же сидели, у нас тут там бригада, значит, затекала, у местного будет спросить вот того, кто лежит, что это такое, собственно. И спросить его. Мы не будем делать полноценный массаж, мы будем делать просто восстановительную практику после долгого сидения, используя техники из тайского массажа. Витя, ты одинок? Да. Спариваетесь? Спариваюсь. Ну, в смысле это? Загробный дом. Попарно называется. Вот, узнали, чем... Ну, по желанию узнаем человека. Сели вот на коленочке. Сели на коленочке. Положили одну руку на пресс-секс. Вторую на грудное дно. Для начала просто почувствовали. Дали понять, что это не страшно, что руки приятные. Но ничего больно я не сделаю. Начнем с мягких покачиваний таза. Покачивание таза. Это всегда успокаивает, как он умиротворяет, гармонизирует, покачивает. Можно менять положение. Вот я уже, я начинаю уже массажное воздействие, я пальчиками цепляюсь за ткань на крестце и в разных местах делаю так, что вот я за ткань беру. Вот. И периодически спрашиваю, вот не поясницу, а крестец. Крестовое сочленение вот оно вот здесь. Копчик у нас вот он. Там, где начинаются. Там, где начинается? Там копчик. А крестец это вот эта вся треугольник. И вот можно двумя руками вот его потыкать в разные места. Вот, очень аккуратненько. Вот смотрите, я вибрацию задаю, качаю. Там, скорее всего, есть какие-нибудь застойные явления, потому что мы сидели, да? Хоть мы и гимнастикой, конечно, занимались. Угу. Теперь мы вот в таком же духе переходим. Вот позвоночник, остистые отростки, вот можно их потрогать. Это вот все то, что мы чувствуем, это остистые отростки, косточки. И если съехать с косточки, то мы попадаем в мышечную ткань как раз в длинную разгибатель спины. Вот нам надо этот валик мышечный от крестца, от поясницы начать вот так отодвигать. Таким же движением, вот я на каждый толчок, вот раз, два, переместился на сантиметр, раз, два, вот так. Ручки, раз, два, вверх, раз, два. У нас нету сейчас цели найти область, которая наиболее нам интересна, то есть наиболее зажатой, с ней поработать, потому что это может уйти достаточно много времени. У нас есть цель просто пройти и немножечко расслабить вот по спине. Такой покачивающий. Идем где-то вот до шейного, здесь можно там пальчиками поразминать круговыми движениями. Когда дошли до трапеции поджимать. Угу. Хорошо, и обратно. Это экспресс-комплект, у нас нет... Обратно по другой стороне. По этой же.
по этой же. И вот так раскачиваем до пресса. До пресса. Пришли к крестцу. И теперь мы тыльной частью ладони нажимаем и отодвигаем эту мышцу от позвоночника уже вот таким. Я привстаю и весом тела выровняю. Наблюдается лицом принимающего. Потому что в какой-то момент не будет возможности, может быть, сказать. Но я вижу. Я делаю выдох. Тот, кто принимает, подстраивается тоже, делает выдох. Вот я вот этим местом, мышечный валик отодвигаю от позвоночника. Вот валик мышечный. Я его отодвигаю. Сейчас у тебя будет пара. Давление небольшое, вы индивидуально смотрите, кому-то надо давить, кому-то вот тихонечко. Ну, то есть давление горизонтальное где должно быть? Наискосок немножечко отодвигаем. Вот это вообще, они еще коленками еще заводили, они нормально. Как мы отодвигаем? Помогайте мне. И в обратную сторону. Делаю так. И сверху вниз также двигаемся. Отодвигаем. Отодвигаем. С дыханием. Вдох. Выдох. Вес отдаем. Вдох. Вот прям другое. Выдох. Вес отдаем. Вдох. Выдох. Вес отдаем. Хорошо. Что мы сделали? Мы размяли одну сторону. Теперь переходим на другую сторону и разминаем таким же образом. Другую сторону. Начинаем с покачиваний. Пальчики к пальчику, вот так. И с покачиваний с вибрационного такого воздействия, с покачивания. Динамика называется. Динамим спину. И постепенно поднимаемся, отодвигаем валик мышечный. А насколько сильно пальцами делать? Спроси его у Мани. Насколько сильно? Кому-то нужно вот мягкое воздействие, кому-то по... Это надо почувствовать в ткани. Тут, к сожалению, рекомендаций таких нет. Не причинить страдания. Причинить приятное, ну, приятность этого. Отодвигаем мышцы. А в Таиланде монахам делают массаж? Я не знаю. Я не видел. Монахи? Нет. Ну, самураи делают. Я знаю, что у них образование на достаточно высоком уровне и много всего вообще изучают. У меня тоже. В одном монастыре я приехал в монастырь, ну, в храме, висят фотографии расчлененных тел разных видов. Оказывается, ну это просто чтобы. Ну это один из видов. Ну что это, ну ничего страшного. Кишочки. Запчасти. Да. Я сначала думал, что это какая-то криминальная хроника. Типа привыкайте, да? Да. Чего только там не видел. Теперь тыльная часть ладони. На выдохе отодвигаем мышечный валик. Умерших людей. Приподнимаемся. Отодвигаем. Вдох, выдох, отодвигаем. Вдох, выдох. Так развиваем и свою чувствительность, и спрашиваем. Отодвигаем. Да, и развиваем трапеции.
трапеция. Вот я показываю. Трапеция. Берем пальчиками. И большими пальчиками разминаем мышцы. Второй раз вам трапеция. Вокруг лопата. А я плаваю, знаешь. Когда этот прошли, вторую сторону тоже. Идем к ногам. Ступня. И немножечко ножки подтянули, поставили ровненько. На, так, чтобы можно было сесть между стопами. И вот мне захотелось коленочками упереться. Ступни. Тут может быть жесткая поверхность и аккуратненько. Может быть, так не больно? Больно, да? Хорошо. Тогда просто пальчиками. Так не больно? Не больно, мне наоборот. Что-то подложить нужно. И можно. А у тебя неустойчиво, да? Большими пальцами. Давайте без коленочек. Большими под коленкой, это на втором уровне у нас ставится массаж изучается. Большими пальцами проминаем серединную линию. Вот от пятки до пальчиков до плюсов. До плюсов. О, это круто. Промяли. Туда-обратно, обратно туда. Потом по внешней части от большого пальца ребро стопы промяли. И по внутренней арочке. Приятно? Маша, приятно? Вот. Вот. У кого из массажиров максимально счастливый? И теперь можно кулачками вот так встать и сделать выдох весом тела в ступне. Потом вдох, на икроножные мышцы поставили, выдох сделали. Очень аккуратно, икра обычно чувствительна. Не больно? Потом вдох. Можно внутрь вот так ручку положить, и икроножные мышцы как бы оттягивают внутрь. Больно? А, у тебя... Да, очень аккуратно, можно не сильно, чтобы не больно было. Но кто на мягком лежит, тем будет хорошо. Потом дальше на бедра кладем вдох. И выдыхаем бедра. Запоминаем, потому что поменяться надо. А инструкции не было. А ты на ну я буду говорить, вы. Да. Я буду ходить и говорить. Под ягодичными складками. Толчок. А потом. На ягодицы ставим. Ставим на ягодицы. Потом ставим одну ножку. Так? Сейчас так. Она на руках поднимется. Не-не. Ну, чтобы это было так. Да. Колено с одной стороны, стопа с другой стороны. Чтобы это не между ног было. Ага. И начинаем копчик, крестец. Руки бабочкой, вот это называется бабочка. Выдох. Толкнули. Выдох. Поясничное отдело очень мягенько. Толкнули. Выдох, на ладошку вверх подняли, столкнули. Кто-то принимает, подстраивается под мои нажатия. Выдох, толкнули. Выдох, толкнули. Дышите ближе. Хорошо. Теперь можно попробовать вот такую штуку. Я сейчас ставлю коленками на ягодице. Сверху. И а руками на спинку. Ну, пальчики ног могут быть здесь. Смещение. Попробуй. Попробуй.
Позвоночник не знаю, справа и слева. Сделайте тебя за ней себя промыло. Нет, девушка тоже тяжелая. Справа и слева, слышишь, опять валит. Мне кажется, у меня попа. Проленочки убираемся, бежать из сверху. Большие пальцы можно поразминать маленькие. Вот прям большим вот. Вот ваши чувствуют, да, или что? Что делать, если есть смешно? Смотри, поразминание. Теперь упираемся в ягодицы. Берем руки. Раз. Два. Просим заплатить запястье. Просим заплатить запястье. Я говорю, расслабься и сделай выдох. Выдох, голова вниз. Я немножечко. Еще? Так, держи мои руки. На выдохе. Выдыхай. Тут на расслаблении. Голову вниз, голова вниз. Дыши. Очень аккуратно, без резких движений. Еще раз выдох, голова вниз. Повыше сможешь? Нет, я делаю. Мы прошлись по задней линии, теперь просим тебя. Вот, давайте, да? Да. Поза ребенка, примерно такая же работа. Можно самое простое Сейчас спинка вытягивается. Можно повытягивать. Ладошка на крестец, ладошка на грудной отдел. Вот вытяжение. Просить руки вперед, захватить замочком чуть повыше вот так за икроножную мышцу, поставить на пяточку, ой, на носок ногу, шагнуть вперед. И моя задача отодвигать пятку назад, а руками упираться. Вот такое вытяжение. И еще отойди еще назад, чтобы руки натянулись. Руки ножку отобить назад. Вот это? Не, зачем это? Как? Вот это, да, чтобы смотреть, вот это движение. Принцип поймите. То есть я отшагиваю пальцами рук назад и пяткой оттягиваю. И массажные действия. Массажик делаю спины. Вот вытягиваю все. Хорошо. Хорошего понемножку. И теперь планируем ложись на спинку. Ложись на спинку. Давай лучше туда мне больше сделать. Да. Сейчас уже будет мясо, потому что... Благодарю. Конечно, можно на спинку. Бесконечно. Не, надо... Подмогу. Подстелить под ноги. Под пятки, что ли? Ну, чтобы не больно было, ладно. Серия. Серия возле стоп.
натянули вот так обе ступни в стороны и натянутые ступни начинаем покачивать. Правда, правда. Смотрим на тело. Тело должно качаться справа влево. Если нос качается, значит тело все качается. Мне сложно, да. Вот, покачали немножечко. Теперь завернули это внутрь. И тоже покачали. Задаем вибрацию по очереди. Раз, два, раз, два, раз, два. Причем я делаю это не мышцами вот так, а из таза. То есть у меня таз. Да, таз у меня качается, руки просто соединены. Вот видите? Вот, да, приятно качать. Теперь взяли за носочки. Потянули и натянули вот так. Раз. Подъемный стоп. Подержали. Хорошо. Теперь толкнули пальчики вперед и сделали туда выдох. Приятно? Больно так? А еще можешь побольше сделать? Да. Вот. Тогда расслабь. Вот. Вот. Тогда побольше. Хорошо. Теперь нормально? Да. Поставили ладошки на пятки и в пятки сделали выдох, поднимая попу. Попа-ап называется. Попа-ап. Раз. Ну, эти, неважно. Попу поднимаем вверх. А, мы поднимаем, лежащие? Нет, нет. Приятно, пятки? Вот, я пятки прижимаю своими. Сейчас представляешь, что убить? Ну, чувственно попу здесь причем. Потом... Да это я попу держу. Потом перевожу ладошки на икроножные мышцы и икры куда вложу. Выдох. Потом ставлю выше колен на бедра. Бедра чуть-чуть собираю вот снаружи. И еще. И еще на ладоши вперед. Нет, здесь лучше не делать. Вот. Я нашел болючее место, я немножечко на нем прохожусь. Нет, не больно, но не очень полезно. Ну, собственно, это вообще не больно. И еще выше поднимаемся. А здесь что? Как на изгибе? Здесь в стороны тоже берешь? Нет, здесь не в стороны, а мы чуть-чуть собираем мышцы. Ага. И надавливаем. В принципе, можно, если нету стечки приклозов, можно придавить в паховых складочках артерию ноги. Но. А вот здесь, вот. Под руками будет кусаться. Вот здесь уже что-то чувствует. Вот это пульсирование как раз. Мы ее пережимаем в прямом смысле, потом отпускаем. Называется открытый ветром. Все. Можно еще небольшой бонус сделать. Вот такой. Нет, животное. Ставим. Берем ножку, ставим одну ногу вперед. Вот у меня колено, колено. И я начинаю. Раз. Во, очень хорошо. Расслабленное. И просим расслабить, отпустить ногу. Ну тут мне нечего просить, уже отпущено. В одну сторону, в другую сторону. Вот здесь у нас заверженность шоу. Ага. Мне девочка это делала. И теперь колено на другой верте.
Смотрите. Вторая рука на бедре. Не опустится. Вот, Маше нужно вот так делать. Ну, в идеале. Вот так. Второй вариант. Давайте сначала ногу отпустили и в сторону. Полубабочка. Покачали в сторону. И в бабочке тоже ногу начинаем поднимать. Нет, это уже. Фиксируя лицо. И третий вариант. Ставим ножку вот так. И начинаем отшагивать. Это сложно. Все. Можешь ножку сюда вытянуть? Пятку. Вот. Вот. Давай, встань. Да. 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 Ну вот у нас пятка. Лучше йоги, кроме йоги. Вторую ногу. Давай. Понял. Вот. А вторую ногу фиксируем. Я зарежу. Я теперь на неделю точно вперед. Саша, сам. И стараешься ногой достать головой. Ногой до головы. Теперь другая нога. Нежно берем ножку и начинаем ножку круговые движения. Два. Расслабься. Три. Чем? Расслабься. Шашлык жарит нам. Отдай его вообще. И в другую сторону. Щелкает, это ничего? Это нормально. Нормально. Значит, всех щелкает? Многие щелкают. Значит, живой. То есть после шеи у тебя это не было, да? Вот на другую сторону. Все, и прижимаем одной ногой рукой фиксируем. Расслабь щелку. И делаем тракцию, вытяжение. Одно дыхание будет достаточно, а одно, два, то есть как вы как мягенько сделали. Теперь покачиваем под колено. В сторону, одна рука на тазу, на противоположном, я колено покачиваю, ну, у кого раскрытие, ну, будет понятно. Покачиваем, я пытался расслабиться сейчас. Покачиваем, 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 а потом... И чуть-чуть еще, давай. Пробуем. Вот так. Дыши. Там наши шлундос делают. Раз, два. Три варианта. Раз. Три, два, стоп. Второй вариант. Два. Ножкой отшагиваем подальше, чтобы шагом, как бы нашагивая, это воздействие. И третий вариант. Третий вариант. За пятый еще раз. Это кайф. Это кайф. За импул еще раз. Я просто не буду показывать, травмирую. Все, переезжай, я тоже. Да, я дальше давно включу. Да? Что ты делал? Я не знаю, что это. Больнее. Все, садимся рядышком. Давайте. Все-таки немножечко живот сделаем. Лодочки у вас. Погладили живот. Расслабься. Вперед-назад. Здесь вообще стоп. Вперед-назад. В центр собираем в центр. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны. Ну, тут с животом целая история, поэтому погладили. Ты не корректируй, ладно, не могу. Все, меняем. Хорошо? Это дополнение к хорошему, да, вот эти три дня, да, вот эти, да, что-то прям.
Сначала как не крестец. Создаем вибрацию, начинаем. Спрашиваем, что беспокоит на всякий случай. Поясница. Кол-центр. Начинаем раскачивать. Ой, тогда классно. Приятно покачивать? Нет, не, давай нижнюю только. Только таз. Только таз. Вторая рука просто лежит. А то я смотрю, как уже движется. Нет, нет, таз качаем. Таз право-лево, право-лево. Ой, как хорошо. И можно толкать в разные места. Находить точки. Пальчиками упираться в мышечную ткань крестового сочленения. Потом тут в боках есть у нас вкусные точки, можно за них толкать. Тут импровизация и хардкор. В основном. Но если нет опыта, то слушаем, что делать. Просто пальчиками воздействуем на мышечные ткани в разных местах. Толкаем пальцами и воздействие качающее. Ну, создается динамика. Динамика успокаивает в общем и целом. Если там что-то бомбит, оно, как правило, успокаивает. Ну, как детей качают. Ну, как хорошо. Вот. За бок можно. Вот, посмотрите, что там ваш делает. Видно? За бока можно толкать. Там везде вкусные точки, ну, акупрессионные всякие разные. Когда накачались вдоволь, прям пока ощутили, что все, перехожу к позвоночнику. О, да, да, здесь можно. О, вот здесь, да. Звоков очень вкусные точки. Если непонятно, вам может остаться. А, хорошо. Хорошо. Это нафиг за то, что ты не помнишь. Хорошо. Там прямо вот что-то натянулось. А с другой стороны не было такого. Ну, не так. А, да, справа у него упомянуло. Все, начинаем по позвоночнику. Также пальчиками толкаем, создаем вибрацию, толчки такие, отодвигаем от позвоночника валик, который напротив, не ближний, а дальний. Дальний валик. Вообще мне болит там слева, но это мы дойдем. Ну, я понимаю, я вот здесь, это валик. Валик
все вдоль. И поднимаемся выше. Да, идем до шеи и обратно. Можно вот этими пальчиками. Если будет. Ну, может, хорошо. Может, обращение, да. Прямые ручки тела. Тело вращаем, своим телом. Не пальцем. А, телом, да? Да. Опа, ап. О, хорошо. Поднимайся выше. Да. Мышцы спины в любом случае устают, поэтому... Доходим до шеи, да? Да, до шеи, можно трапеции поразминать. Нет, ты сейчас только кожу трогаешь, она как-то светила. Берем руки трапеции, отодвигаем их на себя. А большими пальцами разминаем мышцы вдоль позвоночника между лопаток. Обычно приятная зона. Должно быть больно, не должно. А трапеция может быть. Может быть больно. Может быть больно, если не расслабился. Мой человек еще сильнее. Ой, блин, Да, его хорошо там придавить. Спинка понравится. И руками давим, а весом тела его расслабленными прямыми руками. Выдыхаем. А кому приятно? Мне. У нас самый лучший массажист в мире. Да, есть один секрет, но как лучше сделать массаж, ну, как улучшить массаж, потому что понимаем, хвалить массажистов, вообще прям хвалить, какие у тебя могут быть, о, ну, когда размяли одну сторону, переходим в другую. Ну, наконец-то. Я еще боюсь. Начинаем с покачивания. Покачивание и пальчиками впиваемся между позвонком, позвонками и мышечным валиком. Продольные мышцы. Она у нас работала. Где-то там прямо глубоко. Мы улучшаем кровоток в мышцах и лимфодренаж. Уже как хорошо. Ой, хорошо. Первый раз проходим вверх и вниз пальцами,
Второй раз уже более таким крутым воздействием, больше веса, третьей частью ладони. Причем лучше ладонь на ладонь, лучше точечное, более точечное воздействие, чем две ладони рядом. Ладонь на ладонь? Ну, это когда второй раз. И акцент на нижней ладони. Поднимаем попу, пах и опираемся на мышцу. Прямо идем вот, выше, прямо смелее, поднимаем кошку. Прямо в кошку. Да. Но если человек скажет, ой, тут больно, тогда тихонечко. Если не говорит, мы хорошо придавливаем. Мы спрашиваем, ну как же? Нет, хорошо. Вот она, баня. Когда со спиной закончили, конечно же, мы с ней не закончили, но мы вынуждены закончить, идем к ногам. Придавливаем ступню. Можно по ступням покатить, вот наш новый способ покажет. Да, смотрите, у нас экспресс.
хвалим, хвалим. Умение похвалить тоже. Да, я чувствую. На ступне опираемся и выдыхаем, как вот так опять, кошки встаем, позу кошки. И выдыхаем сначала в пятки. Сначала не пятки, а выше, в ступни. Вот так вот. И повыше. Вдох, выдох, опа. Потом вдох. Выдох, икроножная мышца. А. Икроножная в двух положениях. Вот внизу, выдох. О, хорошо. И ты повыше. О, здесь, подожди, нужно аккуратно с коленками. Не спеши. Выдох длинный. О, выдох длинный. О. Второй способ переминания. От вес в одну руку, в другую руку. Тоже вариант. Выбираем тут коленки. А, вот это коленки. Давайте я подложу сейчас коленки. Что? Так, ладно. У меня то же самое здесь так же открывает. Да, вот, конечно. И переходим на бедра. Или одновременно прижимаем на выдохе, или по очереди с произвольным дыханием. Но обязательно весом тела. Ножки будут довольны. Да, ты повыше только, подальше от коленок. До ягодичных складок, а потом на ягодицы. О, да, на ягодицы. Не, можно сначала пройтись по спине. Одна нога здесь. Широкий шаг. Мощно. Встаем в широкий шаг. Одно колено с одной стороны, стопа с другой стороны. И в широком шаге начинаем принимающий еще отрабатывать широкий шаг. Ой, не понимающий, дающий. И бабочкой проходим тыльными частями ладони и пальцы в стороны. Нет. Тыльными частями. А, вот эти, вот эти. Вот, вот эти. Да, вот, да, вот эти. Да. И надавливаем. Ой. Надавливаем так хорошо. Просто надавливаем или оттягиваем? Надавливаешь там мышцы. Просто? Да, надавливаем. Оно само как бы чуть-чуть оттягивает. Оно само оттягивает. И можно попереминаться, как кошечка. Одна рука, вторая рука. Потом встаем коленями на ягодицы. Давай. Мягкое место наше. Пока да. Вот так. Пока тоже. И опираться на этот самый. Да. Да? Я чему говорю, да? Я по весовой категории подошла. Вот. А что, и принимаем руками по спине. Поднимаем руками по спине. Кошки стоим. Это у нас позиция кошки, да? Я по кошке даже не чувствую. Мне кот тяжелее. Нереально кот такой высокий. Классный. Да, можно. Короче, надо запускать анестезию. Да. Раздеваться. А как можно положить ваточку в такую на поясницу, порастегивать еще разницу. Можно погладить в конце. Какой массаж мне нравится? А, еще у меня
все вот это. Ой, нет, а, еще с лучшими лопаткой. Опа. Парень не годится. Так, на ягодицы садимся, да? Да, пореже ягодицы. Вниз. Вот так, да? Да, повыше. Вот, ага. Просто упираемся. И мягко начинаем поднимать, на выдохе выдох, голова выдох. Ничего. Ты сам что ли магитирит? Чего? Сама что ли? Давай вот так вот. Не, не помогай. Ну, посильнее. Ну, если футбольно, то мне Вася. Ой, давай вниз. Тихонечко. Три раза. Вдох, выдох. Ой, Витя, супер. Поехали. Еще. Тихонечко. Ну, как посильнее? Еще. Давай. Еще посильнее, да? Еще. Тот, кто тянет, просто отводит тело назад, без тела. Отводит, отводит. Дальше. Можно еще дальше. Хватит. Вниз немножечко. Дальше. Это у вас уже там этот супер, да, скилл. Хорошо. Третий раз получил. Компенсируем после лёжа. Да, да. Пусть нет. Начинаем с весом тела через руки воздействовать, которые раскинем справа слева. И хорошо потом встать сбоку и одну ладошку на кресте, другую на другой раздел и вытянуть. Раскинуть. Себе. В разные стороны. На колодичок. Как кто принимает, расслабляется. Помогает расслабление. Мы растягиваем как бы, да? Да. Общих раздвигаем от грудного отдела от шеи. И потом берем за ножку. Надо поставить на носок, пятку, и попросить захватить. Вот. Теперь, когда мы просто пятку опускаем, получается вытягиваем. Я на носочек встал, а ты тоже. Голова висит. У тебя надо ножку одну к телу поставить, а вторую широкий шаг. А у меня что не так? У тебя нужно, чтобы он захватился, когда ты был на носочке. Потом ты просто опускаешь пятку, и все, по центру. Да, Вот это то, что у нас. О, потянулось, хорошо. Пожалуйста, ну как? Не, не, ложимся на спину. Да, слушай, все. Еще один повод переехать в Питер. Теперь натягиваем ступни в стороны. Натягиваем в сторону. Натяжение в сторону. Вот так, ребрышки.
И начинаем покачивать. Вибрацию создаем. Мы же там что-то тазом создаем вибрацию или это что? Вот здесь вообще, да. Вес тела. А еще ближе к носочку можешь видеть? Как? А вот твои ближе к пальчикам. А, вот так. Вот. Вот, все. То есть тут не натяжечки всегда. И как начальник. Право-лево. А потом собираем их внутрь и даже право-лево. Нет, вот так нет, на деньги. И вот в этом положении. А ты сядь сам. Сюда качать? Да. Лучше. Так. Так вот? Да. Не, на колешке его надо. Ага. На колешке его надо, да? Да, на колешке. Погодите, качаешь внутрь. По телу, смотрите на тело. Если тело реагирует, значит получается. Если вы просто ноги двигаете, это не то, надо вибрацию создать. Вибрацию по всему телу? По всему телу, чтобы нос задвигался. Отлезь подальше и нос... У меня некуда уже. Давай я. Давай, мы сейчас медитацию. Нет, ступни не возвращают, они все время натянут. Итак. Не натянуты? Во. Они все время натянуты внутрь. Ага. Во, пошло. Так что позвоночник начал разминаться. Ну, допустим, массаж делаем. Потом натягиваем подъемный стол. А, сюда, да? Ну, можно вот так еще сделаем. Еще натягиваем прямо. Упирайся всем телом. Выдох. Носочки на себя натянули. Хорошо, тут хорошо можно натянуть. Заднюю поверхность, а потом от себя. Еще нет натяжения. Еще. Вот. Вот натянул. Сейчас нормально? Да. Может, до пола. Не получается. Ты хорошо. Хорошо, теперь стопы расходим и ставим ладошки на пятки. На пятки сверху. Сюда? Нет, сверху. Сюда? Ну, вот так. Да. И опираемся, опа, вдох-выдох, потом икроножные, потом бедра, до паховых складок и обратно. Вдох-выдох, это упасть. Вот эти, на пяточки. Вот так. И дальше вдох, выдох. Да. А я должен дышать? Да. Нет, ты не можешь дышать. На выдохе мы делаем массажные действия. Массажные что? Действия. То есть выдох. Опа. А. Кошку ставим. Я так уже простым. Понятно. Более доступно. Во, я пробую. Бедра, чтобы они в стороны не разъезжали, собираем внутрь. Я уже молчу. Передняя поверхность, она у нас тоже очень поработала. И можно ветер ногу открыть, найти. В паховых складочках артерию ноги. Подожди, держи смешно. И на 40 секунд ставьте. На 40 секунд давление туда дает. Значит, не надо руки закрывать. Вопрос, чтобы было удобно, приятно. Тот, кто дает массаж, он не напрягается, он еще больше расслабляется. Чем он больше расслаблен, тем больше передастся расслабление. Если тот, кто передает, дает массаж, он напрягается, он передастся. Я же напрямую руки, вес тела. А, вес тела? Да, вес тела, прямая рука. Ничего, да? Почувствую. Уже сильнее не надо. Он
артерию отпускают, теплый, горячий. Ощущение горячего получается. Растекание крови. Салат горячий. Можно еще вот так вода притавливать. Ну, много чего можно проделать, мы с самого острова. И животик накачаем. Лодочка, мы собираем живот в одну сторону, что в другую. Туда. Ну все, ты уже бросишь. Ты что там? Судя по всему, прогреваться буду. Киска, ты еще хочешь, что ли? Живот. Да, сейчас. Так, весом до туловища, не руками. Весом. Маш, вот так, да? Часто, если беспокоит спина, поясница, это живот. В большинстве случаев. Подавляющее большинство. Это живот. Мало кто об этом знает, к сожалению. А если болит живот, то это поясница. Нет, если болит живот, то она в голову. Почему так? Приходишь в поясницу, болит, массажист, если спину массирует, то не живет. Ну, значит, не квалифицирован, то есть не знает, не умеет. Хуже не будет, если спину массировать. Если живот не мягкий и напряжен, ну, пока я не могу расслабить, всего слова. Можно ножки согнуть, кто принимает. С другой стороны. Ну, это в идеале. Да? Прижимаем колено, бедро грудной клетки, а второй
Второй ногой. А второй ручкой вот сюда. Бедрышко прижимаем. Вот так. Нет, хорошо. Говори, когда. Вот так оставить, да? И можешь тогда не делать. В каждом упражнении можно зависать, но мы просто обозначаем, что нам разрывать. И вторую ногу. Нет, значит, не делать. Thank you.